Всем здравствуйте, с вами Билл. Классная музыка, я уже думаю, что вы поняли, какая на этот раз будет у нас игра. Hill Climb Racing! Да, Hill Climb Racing, и оно мне что-то предлагало. Ладно, сейчас произойдем. Так, эй, блин, что-то в глаз попало. Так, вот я произошел и... Вот, все. Вот у нас самая Hill Climb Racing. По-любому я неправильно прочитал. Так, немножко сюда. Так, и главное, чтобы она не скатывалась, она скатывается. Бася, ну все, не кричи, я ж тебя покормил. Ну, будь благодарен. Бася. Нет, все, опять рушится, бесится. Все. Так вот, все нормально. Блин, вот всегда настраивать приходится. Уже минуту, блин, потеряли. Так, у нас нет абсолютно денег. Идем. И вот так вот можно играть. Да. Просто вот так нажимаете сюда. И едете. Ну, вам кажется, что так легко? Вы что, с первого раза я все пройду. Смотрим дальше. Опа, значит, не упал. Да? Как бы, ну ничего не будет, если ты упадешь, да? Нет, с первого раза так кажется. Смотреть, что будет дальше. Вот вы едете со своей женой. Ну ладно, ты один. И чё? Вот, вы... Да, не смешная шутка. Я даже шутку-то это трудно назвать. Так. Не, ну, я умею шутить, только, блин, с матом. Вот с матом, да, я умею. А без мата нет. Да я и не матерюсь вообще, прям, абсолютно. Просто мои друзья матерятся, вот. И они постоянно шутят, я эти шутки запоминаю. И вот что может быть. Нет, на самом деле, это все не так, абсолютно. Так, все, продолжаем. 20 тысяч. Я совсем чуть-чуть, наверное, еще поснимаю, потому что уже темнеет, ребят, темнеет, дайте. День я снял много уже видео, целых 4. Для меня там много. И не знаю, успели я выложить их все. Ну, потому что там еще немного монтажа, когда добавить в конце. В конце монтажик добавить надо. Ну, в конце вот этот вот значок. Да. Ой, мало процентов. Я же говорю, я его не подзарядил вообще. Чуть нам осталось. Так, наверное, сколько? 5 раз, да? Мы будем ехать, да. Я, кстати, сейчас играю от лица телефона, как бы. Играю через компьютер, а смотрю на телефон и так играю, да. Не знаю, мне так... Окей. Теперь вы понимаете, да, в чем сложность? То есть здесь бывают такие-то такие игры, в которых там не проедешь. Ну вообще что-то сделаешь. Ох, оп, сломал на сяру. Да, чуть-чуть совсем поиграем, потому что здесь этих уровней сейчас. Покажу, сколько этих уровней. Просто, нет, сначала пока... Да, вот, смотрите. Вот, новый какой-то Сиасонс. Я не знаю, что это, пустыня, Антарктика, шоссе, пещера, луна, курс малого бойца, Марс, Рождество, чужая планета, американская пещера, лес, гора, Рагнёр, чё? Короче, Рагнарёк, офигеть.
грязевой котел, вулкан, пляж, фабрика. Фабрика, офигеть! Впервые вообще вижу американские горки, ночь, крыши домов, свалка, строительство, радуга, призрачно, Северный полюс, атомная станция. Вот столько их много, и вы понимаете, каждый из них по миллиону, это вообще же нереально. Ну почти каждый там есть по 50, по 30. Так, теперь красный мотоцикл, грузовик, чудище. Трактор, фургон, хиппи, одноколесник, квадроцикл, автобус, гоночная машина, полицейская машина, скорая помощь, электрокар, супер дизель 4x4, раллийная машина, точнее, драгстер, пожарная машина, танк, снегоход, супер внедорожник, грузовик, багги, экраноплан, мини-байк, бигфут, да, помню, бигфут, детский экспресс, севший на луну, хот-рок, вообще впервые такую тачку вижу, хот-руд, или как-то так, впервые такую тачку вижу, я прям отвечаю, вот недавно добавили. И последний это сани. Вот это вот, блин. Ну, видите, да, как все очень долго это все делать. Так что, ребят, ну, еще 3 раза сыграем, и все. И на этом видосик у нас заканчивается. Я вам показал все... Я вам все показал виды транспорта, все виды... так сказать... Локации, да, наверное, так скажу, или местности, да, можно и местности сказать. Ту-ту-ду. Классно, музычка нам, типа, это легкий рок-н-лор. Помню, легкий рок-н-лор. Да. Рок-н-лор! 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 Все, отстаньте от меня, я не знаю, как правильно произносится. Так, я же говорил, да, про своего этого друга, с кем я буду снимать. Еще Зоргмен есть. Зоргмен, да, это тоже мой друг. Зоргмен. Ну, к сожалению, он матерится, и поэтому я с ним, наверное, не буду снимать. И он себя как-то неадекватно ведет, он тоже со мной учится, но вот в последнее время что-то прогуливает. Недельку уже прогулял, а нет, 2 недели уже прогулял. Все думают, он заболел, я не знаю, что он правда заболел. Блин, все, осталось сколько? 1 попытка получается, да, и все, вот. Последняя попытка сейчас будет. Погнали. Тут раз, рок-н-лор. Рок-н-лор. Включаю рок-н-лор. Вы, наверное, все знаете про рок-н-лор. Да? Блин, я не знаю, я вот сейчас пытаюсь вот говорить такие слова, потому что не могу выговорить слово рок-н-лор. Все. Это, наверное, самое... Нет, не самая короткая, самая короткая это. Ну, на данный момент самое короткое у меня видео. Это знакомство. А вы уже меня знаете. Поэтому. Можете я включить, да? Может, вы меня сейчас не видите, а? Вот так-то лучше, думаю. Вот, ребят. Так. Меня зовут Юр. Всем удачи и всем до свидания.